Всем привет! Не знаю, сегодня вроде бы брови получше. Я их старательно мыла. Завтрак, смотрите, как у Милены красивый, как начинается. За то, что вчера Катажина положила тортик, потом вот этот сырник, а это я покупала в цукерне эти. Птыщи. Птыщи это как... Ну, типа заварные пирожные, только там внутри крем. Эклеры. Вот, забыла, как называется. Эклеры. А я буду есть вот эту ягодянку. Булка с ягодами. Ребята, я вам рассказывала, что когда-нибудь с Машей я вас познакомлю. Привет. Вот это Маша. Очень приятно. И знаете, что у Маши тоже есть канал. Как выяснилось неделю назад. Я вам сейчас покажу, чем промышляет Маша. Już kilka miesięcy do niego się zbieram i w końcu postanowiłam, że nie będę się bać tego tortu, zrobię i się udało. Tort wygląda rewelacyjnie i jest bardzo pyszny, robi efekt wow. A пока мы болтаем и немножко поедим. У нас, видите, как называется это? Кесадилья. Кесадилья. Да, кесадилья. Ну, вроде правильно сказала. Да. И чай. Так что мы немножко поболтаем, а вам приятного просмотра. Мы сидим. Как мы сидим? Да, да. Слушай, этот соус, чего он? Мое место. Это вилкой надо есть? Да, у тебя вилка есть? Он есть. А, уже есть. Ух ты. Вилы. Зарплата дороже, но и... Да. Ищем машину, потому что надо поехать в отпуск. В июле. Ну как раз. Ты много там Люди. Сколько на работу? Не, мы так смотрим, что на неделю только максимум поедем. Руслан хочет 2 недели поработать и в отпуск. Либо сначала в отпуск, потом поработать. Две недели, чтобы только неделю в отпуске быть. Потому что мы за 3 недели, сколько мы денег, просто... А куда, где хотите? Я была вчера у косметолога, она мне брови покрасила, ресницы. Ой, я тоже вчера была у косметолога. И тоже брови мне сделала. Да? А почему у тебя не черные цыганки, а у меня какие-то цыганки? Извини, черные. Уже нет. Вчера я была реально цыганка. Я тоже. Да? Да. Я помыла голову. Да? А где ты хочешь? А вот тут у нас на сетку. На Макдональдс, да. Вот такой едок вот есть. У меня как всю беременность была, представь. Ага. Мне муж в больницу возил хот-дог со статойла. Знаешь, там с жареным луком, с солеными огурчиками. Вот он мне привозил. Я просто... вообще, так у меня было прям... Ездил специально. Молодец, любит чашки у нас. Мне нравится, что здесь большие порции. Большая порция этого. Салат Цезарк я брала. Огроменная, я еле ее доела. Цезарк и Ачара. Ну, да, здесь не жалко. Да, эта девочка постаралась, а мы даже чаевые дать не можем. У меня карта. У меня тоже карта. Ну, надо будет попросить 2 счета.
А как ты все-таки решилась уволиться? Ты что, уже съела? Ты говоришь, а я съем, пожалуй. Ты ж только начала. Не, я тогда уже заканчивала. А, ты уже в процессе была, да? Я вот себе такую цель поставила. Угу. Я хочу меньше часов работать, но зарабатывать больше. Все, сейчас я работаю сама по себе, ко мне заказы приходят, сейчас два заказа пришли, я буду искать людям. Всегда знаешь стабильность. Да, я знаю, что такого числа столько, могу рассчитывать, а здесь я не могу. Да. Поэтому я на одну вакансию еще откликнулась, онлайн-школу. И они мне дали тестовое задание, я должна буду там найти кого-то, они мне платят, если все окей, то работает так же, как она постоянно. Что забрать уже по интернету? Так. Супер, супер. А чи я можу то додому? Так. Добре. Вот так смачно, але я не можу. Так. Дякую. Ну ладно. Все, поболтали. Поели. Поели, поболтали, хватит. Я наелась. Пока.